28 человек пострадали, один скончался на трассе Павлодар-Караганда. Столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, не справился с рулевым управлением и врезался в стоявший на обочине дороги КАМАЗ именно водитель автобуса. В салоне находились 45 человек. 28-летний мужчина скончался на месте. Двух зажатых пассажиров доставили спасатели. Кареты скорой помощи доставили в клинике Караганды 27 человек. 17 оказали медицинскую помощь, их отпустили домой. Другие 10 находятся в больнице, трое из них в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Возраст разный. Они все получили различные травмы, то есть перелом бедра, перелом конечностей и перелом носа. Двое пациентов у нас находятся в областном медицинском центре. Это одна беременная женщина и один ребенок 2006 года рождения. Они находятся в динамической палате. Состояние у них стабильное.